Впервые в этом году Федеральный центр компетенции провел сертификацию региональных подразделений, которые на местах занимаются реализацией нацпроекта «Производительность труда». Проверка состояла из двух этапов: заочного, где оценивалась своевременность реализации мероприятий на предприятиях-участниках национального проекта, и очного, на котором комиссия проверяла работу РЦК непосредственно на местах. Пензенскую область делегация, в состав которой вошли эксперты ФЦК, представители Минэкономразвития России, региональных органов исполнительной власти и региональных центров компетенции из других регионов, посетила на минувшей неделе. Аудиту подверглись две компании, одна из которых уже завершила активную фазу реализации проекта. Современная упаковка подтвердила, что на предприятии создан поток-образец, на предприятии выполнены все мероприятия, и, соответственно, была проведена проверка чек-листа, и предприятие, как и должно быть, набрало не менее 21 балла для того, чтобы созданный поток-образец соответствовал требованиям методическим и требованиям Федерального центра компетенции о создании поток-образца. Вторым предприятием стал Кузнецкий технопарк, где только завершились диагностика и анализ производственного процесса. Эксперты отметили, что на отдельном предприятии сотрудники РЦК держат хороший темп и подходят к своему делу со всей ответственностью. Провели гости и работу внутри регионального центра компетенций. Высокую оценку получила организация деятельности РЦК на территории региона, а также действующая на ее базе фабрика процессов, где сотрудники предприятия осваивают азы бережливого производства. Из 12 баллов там больше мы набрали чуть более 14, там 14,65, по-моему. И, соответственно, также был оценен блок обучения. Соответственно, также он прошел оценку Федерального центра компетенций. К слову, по темпам реализации нацпроекта Пензенская область в числе лучших. Региональный центр компетенции уже выполнил основные показатели, установленные на 2021 год, а некоторые даже превысил. Вместо 182 человек, которые планировалось обучить на базе РЦК, с бережливым производством познакомились 234. Из 19 предприятий, которые по плану должны были войти в программу в этом году, уже 18 заключили соглашение с региональным центром компетенции. Еще 3 заявки сейчас находятся на рассмотрении.